Прошел год, как уничтожили. По-другому не скажешь. Реально уничтожили нормальную, 2 года как отремонтированную дорогу, которая выходила, была фактически самым удобным выездом из города и по грузоподъемности, по всему. И вместо нее затеяли якобы улучшение, стройку. Ну, на самом деле, распил бабок. Вот мы уже больше года прошло, как ее закрыли. Ну и фактически уничтожили. Вот сейчас понаблюдаем, чего взамен-то сделали эти деятели. Вот видите, эту канаву ее рыли раз 5 уже. Ну, сейчас 6-й раз. Причем положили, да, без укрепления. То есть просто плиты воткнуты и все как бы. То есть вот так вот. Вот здесь была дорога. Асфальт, все шикарно, нормально можно было ехать. Теперь вот вместо нее нагребли не скальника, а обычного песка. То есть хамство такое, то есть, которое при любом наводнении. Вот я даже в него, видите, проваливаюсь, как глубоко он. Даже не трамбованный. То есть просто его даже не раскатывали. Которые надо трамбовать, да, машины. Просто так. Вот и все. И якобы тут насыпь еще нагребли. Она, при этом она не закончена абсолютно. Ни с той, ни с другой стороны. И вот если посмотреть, ее длины не хватило, да. То есть она вот уже окончилась. То есть чисто символически, короче. Ну, в общем, все разворовано. Видно, вот, что полотно неровное, да, узкое. То есть оно уже сейчас даже видно, что оно плывет. Вот сегодня был ливень ночью хороший, она вот рыхлая и плывет. Ну, то есть, по сути, воровство. Особо шустрые люди, видите, ездят вот по этому песчанику, которые срали на права. То есть уже даже настолько бардак, что тут нет ни техники, ни заборов. Ну, видите, да, строительство прям полыхает этой трассы. То есть, по сути, ни хера тут нет, да, вот дикое движение какое-то. То есть вот такой вот вклад ЕР в развитие Дальнего Востока. Lexus несется. Ну, Lexus похеру. Можете номер просмотреть. 066. Пылит, бляха. Можете штраф с него взять за движение по неустановленным дорогам. Ну, я сомневаюсь, конечно. Так. Вот. Ну, а вот это уже Амур. Прочее. Ну, то есть, собственно, я вот давно хотел сюда сходить. Но как-то не было задора. Так, вот в ту сторону вон машина идет тоже. То есть на лоб. Ну, то есть все. Место нормального асфальта, вот эту вот херню песочную, которая, ее, конечно, к зиме уже явно никто тут не асфальт, тут еще даже второй стадии нет, типа как укрепление гравием и прочим полотна. 966 АП-27. Еще один. Вот и все. Ну сколько. Мне, конечно, я не знаю сумм. Может, кто-то там в бюджетах он еще несется. Да? В бюджетах, в смысле, да, пороется, где эти все. Во-первых, непонятно, что за организация этим занимается, потому что там все снято, вон там же. То есть все это вот свинарник этот. То есть все, как бы забудьте про улучшение дороги, это теперь будет постоянно. Короче. Ну и, конечно, при любом повышении воды. Это все. Поплывет дня за 2-3, потому что оно просто подпора не выдержит. Вот и все. Вот такие вот дела, вот такая вот эффективность. Ну, это символ как бы пушкинской экономики, пушкинской вот системы, да, что вот это вот мега все наворочено, а по реалу вот один самосвал какой-то приехал, что-то, ну, не понять, он пустой приехал, что-то изображает там, он скорее отвозит отсюда песок, чем привозит, то есть еще отсюда и подворовывает. Вот и все, короче.